Друзья, всем привет, с вами Георгий, добро пожаловать на мой канал о редких растениях и суккулентах раритет. И сегодня мы поговорим с вами о болезнях и вредителей суккулентов. Я не буду, наверное, показывать никакие примеры, потому что вот я пытался сейчас найти хотя бы гнилое растение, но проблемы, да, что-то не нашел ничего гнилого, хотя это, наверное, не проблема, а скорее всего хорошо, да, мое достижение. Но я, в общем, вам расскажу о самых частых вредителях, а вы уже просто по названию сможете погуглить, посмотреть, как все это выглядит. Ну и расскажу, что делать, в общем, как, чтобы избежать заражения коллекции, какие профилактические меры проводить по лечению растений, либо по поддержанию коллекции в идеальном таком состоянии. Ну и как бы, чтобы было такое понимание, да, болезни растений это одно, а вредители это другое, то есть поговорим немножко об этом, но без таких каких-то научных деталей. И у меня вот тут есть небольшой план, и сначала идет первым вредители растений, то есть под вредителями именно подразумеваются некие насекомые или организмы, животные, да, какие-то типа клещей, червецов, щитовки, трипса, вот самая основная белокрылка еще бывает, и нематода. Все эти животные вы можете тоже погуглить, они относятся к разным абсолютно классам, ну там, семейством, да, это разные типы, их изучают там научные институты, вырабатывают стратегии борьбы с ними, всякими методами, препаратами химическими, либо уже даже есть специальные те же нематоды, которые поражают там, по-моему, белокрылку, либо там что-то такое, либо трипса, то есть черви, которые поражают, являются паразитами других вредителей. Так называемые биологические методы борьбы, там всякие хищные клещи, типа фитосиелос, которые поедают паутинного клеща. Вот. Ну и кому что, в общем, где разные условия, да, у кого содержание, у кого оранжерея, там и где-то там какие-то животные еще тропические живут, там нельзя применять никакую химию, которая опасна, или рыба там, чтобы в пруд попадала, поэтому выбирают биологические методы борьбы. А у кого там небольшие коллекции, там домашние, либо где-то на улице, там уже можно химией обрабатывать. Вот я периодически тоже обработки провожу химические. Хотя, честно сказать, я этого не люблю, потому что для здоровья все это не полезно совершенно, но порой некуда деваться. И, конечно, лучше профилактировать появление всех этих животных, но это не всегда возможно, потому что открываются двери, проветривание идет, залетает пыль, листья, там какой-то пух тополиный, с которым прилетают разные вредители. И, соответственно, ничего не остается, кроме как использовать препараты. Хорошо еще, конечно, для профилактики что-нибудь, какие-нибудь комплексные системные препараты использовать, да, что от комплекса вредителей такие тоже есть. Опять же, мне не хочется, друзья, сейчас называть конкретно какие-то там бренды, какие-то торговые названия препаратов. Они разные бывают, то есть говорить, что одно лучше, одно хуже, тоже, ну, не имеет, на мой взгляд, смысла, потому что в любом случае, вот, на моем опыте, да, конкретно какой-то препарат, ну, не работает, и приходится их в любом случае, каждый опытный химик и агроном скажет, что нужно их либо вообще смеси готовить какие-то специальные, либо комбинировать такого типа препарат от такого вредителя, плюс там другого типа препарат от этого же вредителя, но чтобы вредители вырабатывают резистентность, устойчивость к препаратам, и получается, что не действуют на них одни и те же препараты постоянно, то есть приходится их менять, чередовать. Но, пожалуй, такие самые комплексные препараты от вообще максимума вредителей – это фитовермы, всякие вот такие вещи наименее вредные, которые в разных концентрациях влияют по-разному. Вот, все можно, в принципе, это загуглить, посмотреть, почитать, вот фитоверм, да. И вредители, как я сказал, самые распространенные – это, ну, вот червец, он тоже разного вида бывает, всякие тропические, экзотические, большие, или наш банальный какой-нибудь мучнистый червец такого белого цвета. Бывает, он поражает надземные части растений, вот на суккулентах, на ячеверях, особенно часто бывает на голландских. Или корни, да, и вы сразу его не заметите, особенно неопытные люди. Но хотя бы посмотрите, чтобы на кактусе там не было никакого белого вот этого вот такого липкого чего-то, каких-то комочков липких белых на кактусе, либо на ячевере, который вы покупаете где-то в магазине, где их много. Если такой там есть, лучше его не покупайте, потому что тогда вам придется еще растение ставить на карантин и с ними проводить определенные методы их обработки. Вот, друзья, поэтому, в принципе, любое растение новое, которое вы приносите к себе в коллекцию, да, вы должны ставить в строго отведенное место, либо подальше куда-то отдельно, либо вообще не заносить, если у вас там оранжерея или какой-то зимний сад, а лучше поставить его отдельно, хотя бы недельки на две, посмотреть, что там вылезет, провести контрольную обработку каким-то препаратом и вот таким образом подготовить растение для ввода в коллекцию. Конечно, лучше его пересадить за это время, перетряхнуть, посмотреть, что там у него с корнями.
Потому что некоторые вредители так просто не выявляются. Вот, например, кто из вас видел когда-нибудь в жизни трипса? Вот трипса очень тоже как бы нужен опыт, нужно знать, что это такое, как его искать, потому что он бывает цветочный, бывает нецветочный, листья, который жрет, и разные группы там суккулентов могут по-разному от них страдать, от всех. Там, например, мезембриантемы даже поражаются паутинным клещом, да, там хаворти поражаются червецом, щитовкой тоже там разные, ее разные виды, да, но ее легко как бы тоже устранить, в принципе, там даже каким-нибудь обработав каким-то пестицидом смесь с каким-то прилипателем, типа там зеленого мыла того же, все это выводится, но любая, в принципе, обработка химическими препаратами, будь то там от вредителей, будь то от болезней, какие-то фунгициды, о которых мы поговорим ниже, все это очень сильно тормозит рост растений, и это является стрессом. То есть, как, например, представьте, там обычный человек принимает антибиотики, и после этого курс восстановительный там препаратов восстановит микрофлору, нормофлору, все дела. С растениями я, конечно, примитивно объясняю, но вот примерно то же самое, потому что они тоже испытывают стресс, сложности адаптации, потом, если еще это новое растение, вы бахнули этими препаратами, там хорошей концентрации. В общем, растение очухивается, и бывают даже эти обработки, они бывают препараты фитотоксичные, то есть которые, если переборщить с концентрацией, вызывают на растениях ожоги. Это особенно там фосфороорганические препараты, которые я крайне не рекомендую использовать вообще в домашних условиях, да и даже в оранжерее я их не использую, потому что это крайне токсичные, вредные препараты, с которыми, в общем, желательно средства там, индивидуальной защиты использовать, когда работаешь, там не только перчатки, но и противогаз, какой-нибудь химкостюм химзащиты. Вот, но, тем не менее, потом все это имеет фумигационный эффект, то есть, когда препарат испаряется и воздействует на вредителя. Но и мы с вами тоже можем вдыхать эти пары и, соответственно, тоже получать некую дозу, которая аукнется, возможно, в будущем, кто знает, какими последствиями. Почитайте, в принципе, пестициды, какие имеют побочные действия на теплокровных. Вот, поэтому, в принципе, с препаратами лучше, чем меньше, тем лучше. Вот это мое мнение. И лучше профилактировать вредителей, чем уже с ними бороться. Потому что если серьезное какое-то заражение, то это точно не одна обработка и даже не три обработки. Это в течение месяцев полутора все это искореняется. И обрабатывается, как правило, инвентарь, субстрат, сами растения, сама вот оранжерея, если про мой случай говорить, да, то есть вот все, что висит, вот эти вот притенка, сами стекла, то есть потому что его белокрылка, она может забиваться, сидеть где угодно. И здесь, если не пролить каждую щель препаратом, тогда что-то останется и все это не искоренится. То есть, поэтому вот с вредителями достаточно сложно. Такие вредители, как нематода, они бывают тоже разные, их очень много разных этих нематод, это круглые черви, они вообще искореняют струну, то есть там растение сжигать надо, потому что эти черви, они персистируют во всем растении, то есть не только в корнях образуют галлы, как галлы нематода ее видно, но бывает там и в листьях, в сосудах, по всему растению распространяется, просто по галлам на корнях можно определить, что что-то с растением не в порядке. Либо растение там плохо растет, и вот, например, если растения, как у меня, стоят все на стеллаже на одном, да, ты полил из одного растения, они все вышли, все это плавает в воде, и в другие растения прекрасно все это проникает. Поэтому, друзья, нематоды чаще всего заносятся с какой-то землей с огорода, с полей, кто любит сажать цветочки в дешевую земельку, которую накопали где-то там, или мы набрали там каких-то дешевых камушков дурацких, даже там 100 рублей за мешок гравия на рынке строительном нам жалко. Вот, вы потом можете просто пострадать от этого вредителя, которого вообще невозможно вывести практически, ну там сколько надо купить декарис какого-нибудь из аптечного, чтобы нормально все это отравить. Ну, то есть проще выбросить все это и купить новые растения, чем, получается, бороться с этим вредителем, потому что это еще та зараза, и каких-то методов борьбы наверняка на 100% приводящих к выздоровлению нет. Да, растения с нематодой могут типа в симбиозе якобы, не то что в симбиозе, может я криво немножко рассказываю, как бы, но вот это чисто мое понимание, оно совсем не научное, а вот как я все это видел, как я все это понимаю, с чем я сталкивался. Но получается, оно медленнее растет, хуже развивается, дольше реабилитируется. Вдруг там взяли листья, почернели, опали, растение живое, потом хоп, смотришь, опять начало расти. Там вот некоторые виды у меня были бутылочных растений, адениумов там пораженных, от людей мне доставались. И смотришь на это тоже. Еще тоже вот, например, адениумы, если говорить про бутылочные, да, привозят их с Таиланда. А вы знаете, в какой они санитарии они там выращиваются? Вы думаете, там в Таиланде кто-то позаботился, растения продают за $1, и кто-то позаботился в какой-то хороший субстрат его посадить, чтобы там не было этих червей, да они там в воздухе летают, потому что там дикая влажность, и все это распространяется вот так.
И если в Таиланде много солнца, хорошие условия, адениум там имеет крепкий иммунитет и сам подавляет этих вредителей, то когда они приезжают в Россию, вы купили за 3000 рублей типа цветущий, прекрасный, шикарный, ла-ла-ла-ла-ла, воткнули, и у вас это растение там сначала, оно за счет того, что имеет запас прочности и сил, оно так зацвело, у вас очень все, вы довольны, да? А потом оно коматозит, не утолщается, на следующий год уже один цветочек, а потом бутончики вышли, но отвалились, листики вдруг у меня чернеют, и вот все бегают такие: ой, бедное растение, что же с нами такое, что же с ним случилось, а включить голову и подумать, что там есть просто какие-то вредители, о которых никто не заморачивается, и кто делал когда-то там какие-нибудь исследования этих адениумов, что это сюда привозится вообще это. И как оно здесь себя чувствуется? Вредители, например, начинают размножаться, потому что растение здесь ослабляет свой иммунитет, потому что ему здесь темно, плохо, и в нормальных условиях реабилитации его адаптированность здесь создать не могут люди, которые его покупают, потому что они просто не знают даже, что такие проблемы могут быть. Они думают, что они там что-то криворукие, что-то неправильно делают. На самом деле нет, проблема не в этом. Проблема сидит внутри самого растения, во всех его частях, и как вы его не режете, не переукореняете, это не даст результат абсолютно никакого. Поэтому тайские растения, в принципе, адаптируются дольше, там сначала они цветут неплохо, а потом начинают, в общем, кто видел, чтобы там сильно каудекс разрастался, если там уже какое-то нормальное растение. Они такие точненькие, зелененькие, много лет стоят, да еще и мягкие, но при этом могут свести, иметь там парнахматозную структуру каудекса, абсолютно не такую, какая она должна быть, и какая она вырастает, если у нас и сеянца даже растить растение, а совсем по-другому. Поэтому, друзья, тоже думайте об этом. Вот опять же, есть у сансевьерии проблемы, я тоже с ней сталкивался. Я не знаю, что это точно, да, но какая-то вот ржавая красная фигня, типа грипп, не грипп, черт узнает, что это. Не лечится это совершенно ничем, то есть даже фунгицидами какими-то жесткими я пытался испытывать концентрации просто уже ради эксперимента. Совершенно адовые, практически чистыми фунгицидами мазал эти растения или обработку проводил, да, системными какими-то препаратами, но толка вообще не было. То есть растение, если... И можно его вытянуть только если создать ему прям вот суперские условия, вот досвечивать там очень сильно и создать хорошую вентиляцию, чтобы свежий воздух поступал, то есть чтобы растение само выработало иммунитет и подавило этого вредителя. Вот тогда я достигал успеха, да, но дорогие сансевьерии, например, их размножают листом, специально берут маленькие отростки, чтобы они хреново приживались, видимо, либо большие экземпляры стоят очень дорого, а получается... Здесь все это адаптируется плохо, маленькое растение и так в сансевьерии достаточно сложно, да, там вот пингвикул тушь, которая там 3 сантиметра, представьте, отросток, попробуйте ее укоренить. Если кто имел опыт, наверняка знает, что это дело даже не простое с зеленым растением, а с каким-нибудь пестролистным дорогим, это еще сложнее. Поэтому, если там какой-то грибок появляется, зараза, или середина у нее вываливается, вы, в общем, думаете, на что я потратил несколько сотен долларов и, в общем, разводите руками. Думаете, блин, что-то вы неправильно сделали. А нет, зараза сидит внутри. И это может быть что угодно, потому что в тропиках там букет целый этой заразы. Но, как я уже сказал, что растение не адаптированное, оно, получается, приезжает, стрессует из-за просто переезда, иммунитет его падает, и, пожалуйста, весь букет, который в нем сидел, там как... начинает вылезать, и все это пышным цветом расцветает, все это начинает подавлять растение. И растение мы можем потерять. Но единственный шанс на успех, это, конечно, там тоже провести обработку системными фунгицидами, получается, в случае вот сансевьерии, то, что я делал, как я их вытягивал, и создать максимально хорошие условия: подсветку, тепло, влажность, вентиляцию. И тогда растение собственными силами подавляет заразу, вырастает, и получается вполне себе удачный опыт и красивое растение в коллекции. Но риски все равно 50 на 50. Вот. Вот так. В общем, про вредителей, в общем, я все сказал, что хотел. Я, конечно, говорю поверхностно, не про каждого конкретного, да, но общее такое видео, может быть, имеет смысл про каждого конкретного сделать, но вот я не имею возможности там показать вам какие-то примеры больных растений, хотя по-хорошему это нужно было бы, наверное, сделать, да, или какие-то фотки отмонтировать, мне тоже лень, честно говоря. Просто я вам назвал основных вредителей, посмотрите про них. Это червец, это клещ, это щитовка, трипс, белокрылка и нематода. Почитайте, посмотрите, и, в общем, я думаю, для ознакомления хватит, как что делать. И лучше, конечно, все это профилактировать, чем с этим бороться. Вот точно вам говорю. Следующим пунктом у нас идут болезни. Ну и болезни, они бывают нескольких типов. Они бывают грибковые, то есть всякие плесени, грибки, гнили. Да, они бывают бактериальные, вирусные и вирусные. Вот такие основные группы. Но отличить порой на практике, что у вас там бактериальное, вирусное или там гниль, когда просто растение там сгнило, например, а вы думаете, что там его съело, ну в этом, в общем, смысла нет. И бороться с ними тоже какими-то препаратами, я говорю, фунгицидами там специально от гнили, что там антибиотиками какими-то, это все, ну, на мой взгляд, утопично.
Потому что лучше создать растениям хорошие условия для жизни, они сами вырабатывают все вещества, все там фитонциды и сами подавляют всю эту заразу прекрасно. Но если растения у вас тянутся, ослаблены, им не хватает света, вы их заливаете, вы их посадили в какую-то дурацкую землю, где накопали в песочнице, куда собаки гадят, и ждете там, что у вас сейчас все будет хорошо цвести, конечно, прекрасно, что у вас такое отличное намерение, но на практике получается совсем другое. Растение теряет иммунитет, ослабляется, и все букеты болезней вылезают, а потом еще сверху вредители садятся. Либо вредители, которые прокусывают, например, клетки растений, да, там прокалывают их своими хоботками, грызут, едят этот эпидермис, переносят какой-нибудь вирус. И если вы покупали в каком-то неизвестном месте какие-то растения, зараженные вирусом, который может накапливаться в клетках растений, там, не убивать их сразу, а персистировать, то, пожалуйста, вредители могут еще и разнести все это. То есть тут все, в общем, вот так вот, достаточно сложно. Если начинать разбираться, то можно себя так запугать, что вообще ничего не захочется. Но хочется некую привнести толику оптимизма в весь этот разговор, который вот я, например, не люблю, да, вредителей, конечно, кто их любит. Но знать об этом нужно. И, конечно, желательно хорошо ухаживать за своими растениями. В первую очередь создать им хорошие условия. Вот вообще качество растений и их здоровье, они рука об руку идут. То есть зимой важно проветривать все равно. То есть понятно, что не надо сквозняк создавать, который бы ветер дул на растения. Попью водички. Но нужно проветривать какую-то форточку, либо в другой комнате, если у вас это дома, да, открывать дверь, там балкон или что-нибудь, хотя бы спустить там свежий воздух для растений. Есть там оранжереи, вот есть специальная система проветривания, ее хотя бы щелочку делать. У меня такая оранжерея древняя, что здесь щелочек очень много, да, и проветривание даже излишнего. Вот если еще в воздухе накапливается влага, да, влажность такая большая, это тоже риск зимой, когда не хватает света и недостаточность, может быть, вентиляции для возникновения грибковой или бактериальной инфекции. Если еще всякие субстраты дешевые используются, вот там откуда-нибудь с огорода, из-под цветов, откуда-нибудь из-под капусты какой-нибудь там черноземчик, который не обрабатывается, не пропарен, вот там тоже может быть нематоды, что угодно вообще может быть. Любые букет заболеваний может вылезать. И тем паче еще интересный тоже такой аспект, что вот растения, суккуленты, да, они там в Африке живут, и у них там одна микрофлора, одни там вредители, и они привыкли от них защищаться. Ну вот они попали сюда, в Россию, и хорошо, если вы их посадили в камни, которые, в общем, может быть, стерильные, и там никакой заразы нет, хотя она, конечно, есть, и в воздухе даже летают все эти грибки, их споры, бактерии, все такое, я уж не говорю. Ну да ладно, а вы посадили в какую-то вот дачную садовую земельку, в которую вот сэкономили, либо какую-нибудь там земельку типа а-ля для кактусов, торф купили в магазине и туда воткнули ваш суккулент. И там столько всякой заразы, что просто растение шокировано, оно никогда этого не знало. Оно вынуждено защищаться от всей этой фигни, а вы думаете, почему-то у него листик сохнет, почему-то оно там, блин, радуйтесь, что оно вообще у вас живое. Поэтому, в общем, друзья, более вдумчиво стоит подходить к этому вопросу, изучать, постоянно учиться выращивать ваши растения здоровыми, то есть создать им максимальные хорошие условия, чтобы они были сами здоровы, понимаете, чтобы вам не тратить кучу денег на какие-то препараты. Потому что хороший препарат какой-нибудь, это уже клеща, там бутылка стоит 30 тысяч рублей литровая. Ну вот и подумайте, вот он будет работать, да, он будет хорошо работать. А какие-нибудь вот эти дешевые фосфорорганики, вы уж скорее сами можете откинуться, чем клеща, это вы увидите проклято. Вот по той причине, кстати, я адениум и перестал выращивать, потому что когда у вас дома 2-3 штуки этих адениумов, все прекрасно, там клещ, там, ну бывает раз в год, там мылом каким-нибудь его зеленым сбрызнул, его и нет. А когда в оранжерее у тебя 3000 адениумов, совсем другая история. Здесь надо 200 литров раствора раз в 2 недели выливать, чтобы они у тебя были в идеальном состоянии. А это и на самого человека, кто их выращивает, нагрузка химическая такая очень серьезная, поэтому травиться лишний раз совсем не хочется. Вот хаворти, я говорю, их жрет, бывает трипс, их жрет, бывает червец, но в принципе с этим можно бороться, подобрав правильный субстрат, выращивая растения здоровыми, чтобы они сами боролись с этим вредителем. Поэтому, пожалуйста, думайте о том, как выращивать растения здоровыми. Я говорю, вот это лучшая профилактика, ну как, в общем, с любыми болезнями, да, лучшая профилактика, чем лечение. Потому что лечение не всегда может быть успешным, оно еще больше стресс для растения, теряется время. Поэтому зачем там тоже лишний раз изучать миллионы препаратов? Конечно, там химическая промышленность давно, я думаю, могла бы сделать молекулу, которая бы убивала все живое вообще. Но им это невыгодно, потому что лучше продавать кучу всякого фигни, на которую будет регулярный спрос, на которую там и резистентность по известным механизмам у насекомых или у этих объектов вырабатывается. И, в общем, все это по кругу гоняется, зарабатываются деньги.
Ну, в общем, это все взрослые люди, все понимают, как работает там фарма, та же, как работает все вообще в этом мире. Вот, поэтому думайте сами о том, что вы хотите вы, какие хотите результаты вы, верите в волшебный препарат, что вы польете, или там волшебное удобрение, либо вы реалисты и верите, что если вы создадите живому организму хорошие условия, он просто сам, имея внутри себя все ресурсы для того, чтобы быть здоровым, он будет здоровым. Вот, друзья, желаю вам всем, чтобы у вас растения были здоровы, светились у вас просто они таким, не знаю, внутренним светом, чтобы все было хорошо, чтобы у вас все получилось, и вы всему научились. А с вами был Георгий, пока!